Представляем вашему вниманию сумку для грузов «Енот». Страна, разработчик и производитель — Россия, фирма «Сарган». Данная сумка предназначена для транспортировки и хранения в ней грузов, поясов, грузовых систем. Выдерживает большой вес. У меня похожая сумка выдерживает больше 30 кг. То есть и ничего с ней не происходит. Таскаешь в ней — никаких проблем. Уже очень давно, не рвется. В принципе, очень удобно. Чаще всего использую именно не для транспортировки, а для того, чтобы груза не болтались по багажнику туда-сюда, не гремели. То есть все лежит у меня в этой сумочке, и они таким образом и не теряются, да, то есть поменьше их уходит налево. Основная часть материалов в сумочке использована — это кордура с поливинилхлоридной пропиткой. Вот эта вот блестящая материя, да, очень прочная. Она не впитывает воду, водоотталкивающая, соответственно, меньше гниет, меньше преет. Сверху вот такая вот сетка капроновая, залита прорезиной такой, ну, выглядит как прорезина, для того, чтобы водичка оттуда испарялась и чтобы это дело все там не пахло. Ремни прошиты по кругу, снизу, с боков. Ну, то есть вся основная нагрузка идет именно на ремни. То есть очень долговечно. Снизу присутствует отверстие для слива воды, чтобы в сумочке вода основная, которая сразу попала в нее, чтобы она сливалась, остальное испарится через верх. Мощная молния с одним бегунком. Открывается, честно говоря, не очень удобно. Что-то закусывает. Вот такая вот возня мышиная с ней происходит. Подзакусывает ее немного. Мне это не очень нравится. Как бы я, конечно, расстегнул, но есть момент закусывания. Вот, клапан один вот такой односторонний. И один бегунок. Вот, причем застегивается абсолютно нормально. Расстегивается не очень хорошо. Ну, может, у меня руки так заточены, конечно. Вот, также присутствует вот такой вот кант пластиковый. Он здесь серебристого цвета. Он необходим для того, чтобы сумочка держала форму. Ну, была хоть какая-то упругость, пустая даже. Чтобы она не сминалась сильно. Ну, в общем, как-то так. Размеры данной сумки. Длина ее 30 см, ширина 18 и высота 15 см. Вот такая вот полезная вещь. Итак, заходите на наш сайт batiscaf.ru, либо приходите к нам в магазин на Морской набережной 33.